Урок 11. Запись. В программе Virtual DJ существует несколько видов записи. Запись в MP3 или WAV-файл, запись на компакт-диск, запись вещания в локальную сеть или интернет и запись видео. Для записи текущего сета в аудиофайл существует функция Record Audio, но перед тем, как ее использовать, следует зайти в меню Config и указать путь записываемого файла, его формат и качество, а также источник записи, которым в нашем случае является только основной канал выхода «Мастер». Для вещания через интернет используется функция «Broadcast». В ее опциях можно определить максимум необходимых слушателей или адрес сервера интернет-радио. Когда начнется вещание, программа укажет адрес вашего веб-радио, с помощью которого другие пользователи смогут слушать ваш микс вживую. Но при этом следует помнить, что для прослушивания микса программное обеспечение ваших слушателей должно быть связано с вашим компьютером через сервер веб-радио. Это подразумевает способность Virtual DJ быть доступным через интернет-сеть, что, возможно, потребует сконфигурировать ваш компьютер.